Знаковое решение вынесла коллегия по гражданским делам областного суда. Фемидов встала на сторону собственника квартиры в его споре с управляющей компанией «Альтернатива». Суд разобрался, кто за что отвечает в домовой канализации. Слушайте внимательно, вам это тоже может пригодиться. По мнению суда, уплотнитель, соединяющий стояк с подводкой под мойку в вашей квартире, относится к общедомовому имуществу. Такая точность в разделении полномочий была необходима, чтобы определить, кто заплатит за протечку. Суд решил, раскошелиться должна управляющая компания. Цена вопроса, учитывая материальный и моральный ущерб, судебные издержки и прочее, без малого 100 тысяч рублей. Если такая судебная практика станет массовой, жильцы могут расслабиться. За протечку между стояком и подводкой под мойку отвечает управляющая компания, которая обязана дважды в год менять уплотнители за свой счет.